Сегодня в 15 часов 42 минуты на перекрестке улиц Некрасова и Чапаева в городе Кирове водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительным данным, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем ГАЗ ВАЗ-2104 и Лада Гранта, после чего водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на дорожный знак «Пешеходный переход». В результате происшествия два человека получили травмы. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и условия автомобильной аварии. На месте работают сотрудники госавтоинспекции.